Очень большая разница, вот здесь вот очень хорошее сравнение с конкурентами. То есть мы не говорим, что конкуренты плохие. Очень качественный материал разрабатывают конкуренты. Но при этом большое отличие данного материала, то есть который очень популярен среди нашего населения, то есть это эконом-пленка. Ну, вообще, я так скажу, у нас 641 серия позиционируется как премиум. Согласны? Китайский материал, он ну, не премиум такой, да, доступный материал. 641 это уже как премиум. Хотя среди линейки Аракава это самый эконом вариант, самый дешевый пленка. Вот. Соответственно, если говорим о гарантии, то там есть маленькое такое предложение, после, вот, когда бюллетень читаете, маленькое предложение у всех производителей есть. У Мактака, у Орлона, Орлон это известный турецкий бренд, у других производителей, Avery, Arakawa, у них все, у всех написано, что гарантия предоставляется до поклейки. То есть, да, то есть вот это маленькое предложение, звездочка обычно там, маленькое предложение. Да, yeah, but I need to give my advice. I hope I'll be able to complete that this week, if not next week. Application of special film, colored film, CT180, applied 5 years ago, and now customer complains that it tends to have some failure. Now I need to analyze and to understand the process that was taking place 5 years ago, and according to the picture and appearance of the failure, I will have to determine whether it's a product failure or application failure. And if I remember most likely, I will say that it's a product failure and we will compensate the customer. Okay? Сейчас я в комментарии чуть позже перейду, до конца скажу, что в то время как мы, как данный продукт, пускай шкал 30, мы даем гарантию даже и на после поклейки. То есть это очень важно. И важно иметь в виду тот факт, что гарантия дается на материал, но никак не на поклейку. Потому что как приклеивать человек, мы не знаем, откуда у него руки растут, мы тоже не знаем. Поэтому вот сейчас был комментарий относительно пленки контрол-так. У нас есть литая пленка цветная. И был запрос, потому что всегда, когда какие-то проблемы по материалу, всегда все звонят Ютаму, в том числе и я. Любые проблемы мы ему адресуем, и он начинает анализировать, в чем проблема. И в итоге выявилось, что у вот этой пленки, контрол-так 180, у него была проблема спустя 5 лет. То есть мы дали гарантию, там, ну, гарантия там 8 лет, кажется, на этот продукт. И спустя 5 лет произошла какая-то проблема с what was the problem of CT180? It started showing peeling, removing from the corners and from the edges. There might be an adhesive failure here, not adhesion, but adhesive failure. И вот здесь классный пример такой, что пленка в рамках своего гарантийного периода начала с краев осваиваться. То есть мы начали анализировать, точнее он, и выявлять проблему. Либо эта проблема возникла впоследствии неправильной аппликации, либо из-за самого материала. В итоге выявили, что это качество материала такое. То есть он был хорош, но, возможно, были какие-то производственные дефекты. Такое допустимо, это не исключено, это факт. И выявили проблему, и что сделать РИЭМ? У вас есть гарантия, мы должны что-то делать. Мы компенсировали сумму. У нас есть гарантийные обязательства. По гарантии это отдельный тренинг, поэтому у нас три вида гарантий. И про них я могу рассказать потом. То есть не в рамках данного. И мы компенсировали просто сумму. В рамках гарантии, допустим, по МСС, у нас есть материалы взаимосвязанных компонентов гарантии. Когда вот мы печатаем на оригинальных чернилах, вот таких, которые, допустим, OHP. И мы даем гарантию, гарантию даже на после печати, и если что-то происходит, мы компенсируем ее работу. То есть даже такие случаи бывают. Okay. So Sculptura 30 is the monomeric calandra film. This is the simplest, cheapest film, it's for flat surface only. And we have a range of 4 or 5 series between the basic, the cheapest, the least durable, till the best product that we have. Okay, so this is the cheapest, and now we go to Sculptura 100. Да, это самая экономная серия, как я и говорил, поэтому есть такой момент, что мы много времени не уделяем на это, это просто стандартный продукт. У Аракавы еще подстрочным таким шрифтом тоже написано, что
от партии к партии цвет может меняться, не соответствовать каталогу, утрема. The question is regarding the color change that Oracle is writing that from one shipment to another the colors can vary. Yeah. What about here? There is also a statement in our product bulletin. We try to keep almost as close as possible, but with Scotch Color 30 there is a possibility for some color changes, especially with the dark colors. Not the bright colors, but the dark colors. I don't know to tell you how visible it is and if it's more visible or less visible compared to competitors. Да, есть такая проблема. Треме, ну, в случае вот этой пленки, то партии может меняться цвет, но в основном это на темные оттенки, но не на все. И на сколько процентов он не может сказать. Отличается. То есть на человеческий глаз, то есть глазами только не определить, может какое-то специальное оборудование может. So we were at Scotch Color 30, the lowest durability, the lowest price and the less stability of the product, and now we moved right to the best product that we have, the Scotch Color 100. It's a cast film, it's a 50 micron thick, it's extremely stable and durable product. It has a very strong and aggressive adhesive, and we can create a special color. We have more than what is the number? We have a few hundreds, 100 and something. 127, I think. Something like this. You are very accurate. I think 160. We have more than 100 different colors, and if you're working with a designer who would like to have a specific, unique, its own color. We can create that based on guidelines, RAL or Pantone codes, and including understanding what will be the substrate that we're going to apply the film on in order to get the right color match for your customer design. Мы перешли к пленке более качественной, намного качественной, чем Scotch Color 30. Это уровень премиум. Это премиум пленка. На нее, как вы видите, срок службы, у нее 10 лет. Данная пленка применяется практически на любых поверхностях, но не сильно искривленных. То есть мы можем повторять форму поверхности. И плюс ко всему палитра цветовая, она очень широкая, более 170 цветов. Но самым важным является то, что мы можем разработать любой цвет, создать любой цвет, который нужен. Как пример я хочу сказать, что Сбербанк России, Газпром, они используют данную пленку и делали для них специальный цвет. Особенный, да? Да, нет его в палитре, просто у нас палитры нет. Но человек говорит, вот у меня вот по палитре, по моему Пантону, по моему брендбуку, у меня такой цвет, у вас его нет, мы его разрабатываем для вас. Это тоже самое, как подбор колера, да, получается? Подбор колера, да. Мы разрабатываем, делаем образец, в течение месяца его отправляем, ну, то есть готовим, если утверждается. То есть, how long will it take to produce the sample of the special color? I think the maximum would be 3 weeks, but we know the right persons. So if you have a request for a special color, let me know, and we will communicate faster with the Eurolab. Регулярно, вообще это 3 недели. На изготовление цвета. Но как-то, если вы напрямую там обратитесь, то есть не через нашего менеджера вот так вот, чтобы сеть не пошла, а быстро-быстро как можно сделать это. Еще быстрее можно сделать, да. И что важно, то что любой цвет, абсолютно любой цвет можно произвести. Мы готовим образец, потом отправляем, утверждаете и готовим всю партию. Да. Минимальная, вот за минимум order quantity. Five rolls. Five rolls. Yeah. Да, ну важен тот момент, что минимальная партия это 5 рулонов. Поэтому здесь надо фокусироваться на проекты, то есть, допустим, вывески, да, какие-то, открывается какая-то сеть магазинов, там, 500 магазинов, ну, ладно, не 500, это слишком высокая цифра, мне кажется, 30 магазинов, допустим, открывается сеть. Вот нужен какой-то уникальный цвет, чтобы его не печатать, тут печатать тоже надо достичь этот цвет. И поэтому есть такие решения, которые мы можем предложить. А здесь есть 5 рулонов? Нет, несколько кусочек. Is it possible to produce several colors, I mean, on one color? Yeah, when we convert a new color? I think we have something, like two colors.
once, we did something. Sorry? In one roll, three colors or two? One roll containing one different colors at the same time. I mean, lines. Lines? Special design. There is some specific regulation, not regulation, policies about it, but I don't know that. I don't remember the guidelines. We can find out with the lab. Yes. Да, вообще есть на практике, да, мы сделали кому-то, но не так часто обращаются. Кто-то еще вопрос задал? А образец это есть эти 5 рулонов? А? Ну, образец цвета это есть вот эти 5 рулонов? Минимальная партия. Есть образец. Ну вот тут ты говоришь, это, если нужен спеццвет, заказывайте, мы пришлем образец. Это будет в объеме 5 рулонов? Нет, почему? Образец маленький. Ну, образец будет. Вы его утверждаете. Это заказ. А потом, да, после этого утвердили, мы всю партию производим. Минимальная партия это 5 рулонов тоже. Это на вот эту пленку. Есть транслюцентные пленки, на них 1 рулон. 36-36 one roll пленки, right? Same. Because the production takes approximately 200 square meter. Да, but the higher the quantity MOQ, the lower the price. Yes. Просто we can deliver only two rolls, but we will charge as if we produce four. То есть можно и один ролл отгрузить, но стоимость будет как за 5. Но чем больше количество, соответственно, тем меньше цена. This is the limit of our production facilities. We cannot produce less than 200 square meter for one shot. То есть просто одну. Линия производства, она настроена так, что она может сразу 200 квадратов производить, поэтому надо дробить. So, because it's a cast film, it is far more durable, whether it's a black and white color or even metallic films. It is for flat surface, three dimension. In Turkey, I learned that they're using the Scotchka 100 to change the colors or special designs of the public transportation buses. Not only the logos, but the whole coverage on the side of the bus. У нас просто есть веер этих пленок, чтобы мы не рассказывали, посмотрите, какой ассортимент есть постоянно. И we have the short props. Yeah. Да, просто и, ну, как вы знаете, обычно стандартный рулон это 50 метров. Wait, Scotchka 100. Yeah, we have. Yes, yes, there's a special option. Yes, 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 you're right. Просто есть, ну, стандартный рулон это 50 метров. У данной линейки есть рулоны 12 метров. Поэтому, когда много не надо, вот из стандартной линейки можно заказать и меньшим объемом рулон. То есть очень широкая палитра, вплоть до металлика. Можете посмотреть, мы сейчас пустим, но просим потом сюда поставить. Before you go to special color, just before you start working with a designer on a special color, please take this color fan, show that to the designer, and explain that if there's an option to find a very close color in one of these, or if it's possible to order one of these, it will be faster, cheaper, and more stable, and it will be much easier to replicate that in the future. Okay? We can produce special colors according to customer design, but we always recommend to choose the closest possible or the right color from the color fan. Да, и до того, как вы начнете там запросы кидать там на спеццвет, просьба сначала показать дизайнеру, потому что, возможно, здесь есть этот цвет уже. Возможно, есть. И старайтесь отсюда, конечно, выбирать, потому что сам процесс, он более длительный. У нас пока в Казахстане, ну, в Европе есть опыт, но в Казахстане мы еще спеццвет не отгружали ни разу. Поэтому либо наш рынок не готов, либо у нас еще не такие объемы. Окей? Но это очень широкий мысль. Да. Один вопрос. Именно вот эта серия хронок, они как бы не используют, да, контрасаки и контрой? Нет, у нее ни того не было. No, colored, these color films doesn't have no comply. Нет, ничего. Because простая пленка. Да, но она летает. It is not for vehicle application, it's for flat surface or special application, logos, where then these features won't give you any benefits. Но при этом материал служит очень долго. The purpose of the colored films is e-cut. You take it into the plotter and you cut it with a knife. If you have control tag and comply, that might affect or will cause some problem during the cutting. Therefore, these products don't have control tag or comply. Okay.
Ну, эти пленки в основном предназначены для плотерной резки, поэтому здесь какие-то специальные характеристики не нужны. Если мы делаем плотерную резку, соответственно, мы применяем ее на монтажную пленку, а потом уже клеим. Как вот так 180? Special colored series for very similar to Skoshka 100, very the same durability. It's a series comes from mainly United States and a little bit also from Europe. It does have control tag and comply, and usually it's for special wraps, trains, railways, locomotives, or buildings, exterior application on buildings as well, but big formats, big areas. Классный продукт, ребят, честно скажу, есть опыт, хороший. Отличается этот продукт тем, что, ну, во-первых, у него есть два основных клеевых состава, то есть это и Control Tag, и Comply. Вот, у него хорошая цветовая палитра, ну, стандартная, там, 27 или 30 цветов, немного не больше. Ею даже меняют краску, то есть, когда выбор идет о замене краски, то вот этот продукт, это тот продукт, который нужно применять. То есть в некоторых странах мира, где очень популярно, там, где много заводов по производству поездов, ну, в Европе, допустим, часто, и на одном из заводов было вместо краски использовано полностью пленка. Посмотрите в YouTube, просто для себя поинтересуйтесь, там, paint replacement напишите, вы увидите, что, ну, или large format graphic application, такие вот теги набирайте в YouTube, вы увидите, как оборачивают полностью поезда пленками. Это шикарно смотрится, это, ну, там, конечно, скорость. Просто видео увеличивают специально как процесс, чтобы ускорить. Но при этом за 10 минут там показывают, как это все происходит, как они это все делают. И вместо того, чтобы красить, ожидать там время высыхания краски, это просто берут и пленкой обтягивают. Пленка пропускает потеку на криволинейных поверхностях. То есть машину можно смело? Машину можно дотягивать, да, но для машины у нас другой продукт существует. Поэтому ей не только поезда, как я говорю, да, но и даже здание оборачиваешь. Вот это хаб. Европейский офис отечий. Usually it's for special project one. Yeah. Ну, обычно это для специфических проектов. Cast film, durable, stable, control pack also comply, can be applied critical in drastic temperature, in cold temperature, very reliable product. Да, обратите внимание на температурный режим, то есть использование от минус 60, когда требования у тальго минус 54, да? Павел. По требованиям минус, минус 54. Да, минус 54. Но такой температуры, я не знаю, достигает, нет у нас. Ну, вроде при скорости будет достигать. Но да, поэтому вот этот продукт как раз таки тот продукт, который можно использовать в условиях суровых температурных условиях. Плюс 107. А максимальная ширина материала метр 22. Вот это. There are special, and there is an option to have a special roll with 1.37 with a CT180 only. Okay. Есть опция производства пошире, метр 37, но только с этим. I think it's from the US anyway. Yeah, ну, продукт разрабатывается и производится в США. Okay, products for illuminated signage. We will speed it up a little bit because first of all it's getting a little boring and second of all we're running out of time. If you have special questions, ask or ask later. Там мы переходим к разделу цветовых коробов, цветовых буков, материалов, которые применяются для создания каких-то интересных конструкций цветовых. So we start with the translucent films. 2330 Calandra film, translucent. It's suitable for light emitting signs, illuminated signs, flat application. It's a reliable product. Durability of the colored and the black and white is up to 7 years, which is a lot. It's a stable product. No yellowing of the adhesive. No losing, no dramatic color fading of the colors, and adhesive, the trim adhesive, and it will last for minimum 7 years. Да, вы знаете, что акрилов желтеет со временем. Если он долго стоит, он начинает желтеть. Данный продукт не желтеет вообще в течение своего гарантийного срока. Но вы видите, он достаточно большой. И этот продукт специально разработан для акрилисов, для световых коробов, для буков объемных.
Трансцендентная пленка в ассортименте 34 цвета. И это колондрированная пленка. Применяется на ровной поверхности. Только на ровной поверхности. Okay. So this is the short-term so-called product. And we have the long-term product, which is up to 10 years or even 12 years if we combine a special over-laminate film of illuminated signage. It can be also conformed, it can also be thermoformed, it has a bigger range of colors, stronger adhesive, very, very high durability. For example, in Israel, we warranty only the 3630. While the previous one, the 2330, we warranty for less than 5 years. Need some sample for these films. Просто чтобы вы тоже видели заодно и сами продукты. Это литая пленка транслюцентная. Очень большая цветовая палитра, я вам сейчас покажу тоже. 10 лет на него срок службы, не дает усадку. Уникальным свойством является то, что пленка допускает термоформовку. То есть не каждая пленка выдерживает такую температуру. Поэтому она легко облегает поверхности, и с ней можно придумывать очень интересное решение. Тоже это допустимый спеццвета в данном материале. This is a new greener solution product. It is also a cast film, but in the production process we were able to change it and to reduce the pollution emission and the greenhouse emission. And it is the only product available today which is originally designed for LED illuminated signs. Most of the signage industry is moving from the fluorescent light bulbs into LEDs. And this product is suitable for LEDs. It diffuses the light better, it reduces the hot spots on the sign, and gives you a perfect appearance even with the LEDs. Это следующая линейка, это продукт этого года, новинка, тоже трансцендентные пленки. Что касается использования на лайтбоксах, то знаете, что при производстве возможны такие точечки от светодиодов за рассеивание. То есть она исключает их полностью, она была разработана специально для использования с LED-лампами, и, соответственно, уже не нужно использовать люминесцентные лампы. То есть плюс ко всему, лучше, да, плюс ко всему здесь меньше светодиодов расходуется. А сколько стоит? Цены вот дистрибьюторов она же не продает. So these three products are in the face of the sign. Now I'll speak a little bit about the substrate. The flexible substrate, the panographic, which is a flexible substrate, no adhesive, it is semi-transparent, semi-translucent. We can apply both of all three series, 2330, 3630 and 3730 on the panographics. We can also digitally print on the panographics, stretch it on the metal frame, on the illuminated box, light box, and we have a big, small, unique design, regular design, illuminated sign with a very lightweight, flexible substrate instead of the plexiglass or any other type of substrate. Продукция Panographic торговой марки компании TM и является, возможно, уникальным продуктом, потому что при производстве больших световых коробов, когда есть необходимость там, когда наоборот, как сказать, когда мы используем на больших световых коробах, либо акрил, ну вы знаете размер акрила, либо 2,44 на 1,22 м, и есть еще российский акрил, 2 на 3. Да, когда нужно больше, то используется такой материал, он транслюцентный, он не выгорает, не желтеет, и при этом допускает на него поклейку транслюцентных пленок. Three different sizes, width of rolls, yeah, like banner, similar to banner, but it's still not a banner, it's a Panaflex, it's a different components. And the idea of using a Panaflex and not plexiglass is that the Panaflex first, Panagraphics, is a lightweight solution, as long as we're using these widths, has no problem of bad joints.
or unstable parts of the sign, and it can be stretchable and shrinking according to the expansion of the metal frame during daytime and nighttime, hot condition or cold condition. Ну, вы сами видите, здесь на таблице указаны размеры. То есть 4,2 это достаточно широкий рулон, и для ваших смелых решений можно применять данную пленку. Достаточно просто закрепить, и не надо использовать ни крем, ни, как его еще сейчас, вот это, содами для крыши. Поликарбонат. Поликарбонат, да. Вот, не надо его использовать. Можно получается просто... он белый идет, правильно? Он белый, на нем печатка. Транслюцентный, пропускает свет, нет вот этих вот разводов, как на некоторых китайских материалах есть. На свет смотришь, и разводы, знаете. Можно вопрос? Да. А вот от тех баннеров транслюцентных китайских, которые сейчас широко распространены, в Казахстане есть какое-то принципиальное отличие, или это, по сути, то же самое? Нет, это не то же самое. Вот в чем дифференс? Стандарт баннерс. Стандарт баннерс. Нет, not standard. Есть баннер backlit для внутреннего подсветки светодиодными лампами. There is a type of banner in the local market with a backlit, call it backlit. Yeah. Basically, banners are produced from canvas and not from PVC. Basically, the Panagraphics is a combination of PVC and some stretchable fibers of not nylon, but a special strings of not canvas, but maybe nylon, maybe polyester. And this combination of product gives us behavior like PVC, so we can stick PVC on films on it with no problem. It has some very high ink receptions that we can print on it digitally with no problem, and then over laminate it. And we can also stretch it and play with it a lot. We have the older one for it. Yes. The 3 is 4. The same width. Sorry. Where is it? Yeah. 3640 and 3642. Ah. Okay. For printing. Yeah. Sorry. So this is Panagraphics and also Panaflex. PVC component suitable for PVC films, digitally printing, screen printing. Usually banners, because of their components, they are not that suitable for PVC. What happens is that the banner substrate sometimes evaporates, allow gases evaporate from the surface, and that attacks the adhesives or the prints on it. So I don't know, there are so many types of banners and flexible substrate. They don't call it Panagraphics, but they call it flexible substrate. And you have to make sure that the component is a stable component. It will not become yellow in the sun. It will not lose the color. And it will not start outgassing or plasticizing, allowing fat and oil coming to the face of the surface. Но принципиальное отличие, я думаю, вы поняли сейчас, для всех, кто сообщу, что, во-первых, это не выгорает, он не выгорает, не желтеет. Во-вторых, запускает печать прямую, так же, как и бэклит, проблем нету. Бэклит создан на основе канвас, это тент, на основе тента. Этот из ПВХ, материал ПВХ, соответственно, запускает применение. И впитываем чернил хорошее, и плюс ко всему его еще можно ламинировать. Такой шириной ламинат имеет? The overlaminate is not the same width. No, overlaminate you do lines. Ну, вертикальными. Вертикальными. Я еще так понял, он стрейчер. Да, что это значит? Как это понимать? Стрейчер, да. Вот для использования, то есть он меньше размера получает, когда мы его натягиваем, как бы, да? Да, но обычно есть вот такие клип-системы, знаете, да? Понял. И вопрос еще, как стыковать его? Есть ли продуманная система, если у нас больше, чем 4,20 ширина на 50? То есть, допустим, 8 метров на 30 метров, такой white box. How to do the bite joints, or how to do overlaps if the size not 4 but 8 meters width. Especially with the Baumarkt projects, I think it was the signs were sent to Turkey, but the